Зараз до виступу запрошую представника фракції «Опозиційна платформа за життя» Наталю Королевську. Уважаемые журналисты, уважаемые телезрители, сейчас мой коллега четко описал ситуацию, которая сложилась в Аграрном комитете, как фальсифицировалось решение профильного Аграрного комитета, большинство которого составляют депутаты от фракции «Слуга народа», для того, чтобы выпустить в зал и принять на заседание комитета законопроект о рынке земли. Законопроект народного депутата от фракции «Слуга народа», который позволяет продавать украинскую землю и продавать украинскую землю иностранцам. Позиция нашей команды, оппозиционная платформа «За жизнь», четкая и последовательная. Мы категорически против продажи иностранцам украинской земли. Мы настаиваем на основном, что только через всеукраинский, всенародный референдум можно решить и определить дальнейшее будущее украинской земли. Быть рынку земли, либо не быть. Мы настаиваем однозначно на том, что в первую очередь сегодня мы обязаны сделать все. Но вопрос распаевки земли и предоставления, возможность получить пай каждому гражданину Украины, он должен быть решен. На сегодняшний день только 7 миллионов граждан Украины получили паи. Остальные, более 33 миллионов граждан Украины, земельные паи не получили. А особенно остро сегодня стоит вопрос, касающийся малообеспеченных семей, людей бюджетной сферы, которые отработали, наших пенсионеров, тех, кого обделили, лишили такого права получения земельного пая. И в первую очередь мы сегодня должны завершить процедуру распаевки, завершить процедуру сегодня методологии оценки земли, земельного кадастра, провести всеукраинский референдум, и как люди решат продавать украинскую землю, только тогда приступать к грамотному профессиональному подходу по процедуре продажи. Но мы почему-то уверены на 100%, что граждане Украины никогда не позволят сегодня политикам продать их землю, потому что земля – это фундамент, это основа, это будущее нашей страны. Это то, что обеспечивает сегодня нашу национальную продовольственную безопасность. И поэтому мы настаиваем, чтобы был продлен мораторий на продажу земли и принят закон о референдуме. И на этом точка. Это наша жесткая позиция. Второй вопрос, который я также хотела бы озвучить. Вчера проходило заседание Комитета социальной политики. И в результате сложной дискуссии с представителями монобольшинства в парламенте мы все-таки пришли к решению о создании рабочей группы. И я благодарна коллегам за то, что они доверили мне возглавить рабочую группу. Рабочая группа, которая бы сегодня комплексно подготовила бы законодательную базу по социальной защите людей, пострадавших от боевых действий, переселенцев и, самое главное, детей, пострадавших от боевых действий. Всех нас, безусловно, очень порадовало и дало нам надежду, что начало разведения войск «Золотое», согласованная дата разведения в Петровском, в надежде на ближайшее заседание нормандского формата положит начало мирного урегулирования в нашей стране, остановит то кровопролитие граждан Украины, которое происходит уже 5 лет. И поэтому наша команда считает, что параллельно с остановлением боевых действий должен идти мирный план, социально-гуманитарный план, план реинтеграции, защиты людей, которые проживают как на неподконтрольной территории, так и граждан Украины, переселенцев, всех, кто проживает сегодня в Украине. Поэтому мы подготовим детально пошаговую карту социальной реинтеграции и защиты людей, пострадавших от боевых действий. И, конечно, я не могу не отметить вчерашнее голосование в парламенте, законопроекта нашей команды, подготовленного Юрием Бойко, депутатами фракции от оппозиционной платформы «За жизнь» по алгоритму расчета цены на газ. Наше предложение было обоснованное, профессионально подготовленное, как сегодня цену на газ дать на уровне 4 500 гривен и в ближайшей перспективе снизить ее до 3 000 гривен за 1000 кубометров газа при расчете стоимости тарифов.
И это возможно. И мы рассказали, как это сделать. К сожалению, депутаты вчера в парламенте не нашли в себе силы, воли, духа. Хотя каждый из них, я уверена, обещал во время избирательной кампании перед доверчивыми избирателями. Выберите меня, и мы за это проголосуем. Но вчера они отказались понижать цену на газ в расчете тарифов. Отказались понизить людям тарифы. И поэтому наша команда «Оппозиционная платформа за жизнь» настаивает на том, чтобы были пересмотрены сегодня тарифы, чтобы людям дали адекватную цену на газ, и мы требуем от правительства принятия такого решения, чтобы упростили процедуру назначения субсидий и чтобы провели реструктуризацию по задолженностям по жилищно-коммунальным тарифам. В комплексе такое решение позволит людям пережить хотя бы ближайший отопительный сезон. Поэтому объединяемся, действуем, и мы уверены, что добьемся того, чтобы сегодня в украинском парламенте принимались адекватные решения. Спасибо.